Классика Лиги Чемпионов возвращается. С момента последнего матча между мадридским Реалом и мюнхенской Баварией в плей-офф Лиги Чемпионов прошло уже 6 лет. С тех пор обе команды изменились и стали совершенно другими. У Реала уже нет Криштиану Роналду, а у Баварии Ариена Робена и Франко Рибери. До того, как выйти друг на друга в полуфинал, мадридские и мюнхенские клубы расправились с лидерами английской премьер-лиги в лице Арсенала и Манчестер Сити. Предстоящее двухматчевое противостояние обещает быть очень интересным. Несмотря на то, что многие определили для себя явного фаворита, говорить наверняка еще рано, ведь мы говорим о стадии полуфинала Лиги Чемпионов. Специально для вас в преддверии поединка мы собрали интересные факты про Реал и Баварию. Обязательно досмотрите видео до конца, ведь там вас ждет небольшой сюрприз. Реал Мадрид. Сильные и слабые стороны. Команда Карло Анчелотти по пути в полуфинал прошла Лейпциг и Манчестер Сити. Победы были добыты с трудом, но тем не менее королевский клуб сумел попасть в финальную четверку. Что касается чемпионата Испании, там мадридцы комфортно лидируют. Благодаря победе над Барселоной в последнем классике, Реал практически обеспечил себе золотые медали. Сливочные потерпели всего одно поражение в этом розыгрыше чемпионата, поэтому вряд ли кто-то может сказать, что победа в Ла Лиге будет незаслуженной. Впрочем, в предстоящей игре с Баварией королевскому клубу из-за дисквалификации не сможет помочь правый защитник Дани Карвахаль. Но сменщик испанца в лице Лукаса Васкеса находится в хорошей форме и готов подстраховать партнера. Также Реал не сможет рассчитывать на основного голкипера Тибо Куртуа и левого защитника Ферлана Менди. Помимо всего прочего, Давид Алаба не сыграет против бывшей команды, так как выбыл до конца сезона из-за травмы. Бавария. Сильные и слабые стороны. Мюнхенский клуб, откровенно говоря, провалил сезон на внутренней арене. 11-летняя доминация красной машины в чемпионате завершилась, ведь золотые медали в этом сезоне завоевал леверкузенский Байер. Причем на момент оформления чемпионства у фармацевтов был отрыв в 16 очков от Баварии. Что касается Кубка Германии, там мюнхенцы вылетели на ранней стадии от Саарбрюкена, который выступает в третьем дивизионе страны. Нынешний тренер Томас Тухель покинет команду в конце сезона, но у него есть шанс завоевать трофей напоследок. Бавария в последнее время набрала неплохой ход и сейчас идет с 4 победами подряд во всех турнирах. Из плохих новостей можно назвать проблемы с кадрами. В матче с Реалом команде точно не помогут Кингсли Коман, Джамал Мусиала, Конрад Лаймер, Матеис де Лигт и Саша Бое. Под сомнением находится участие Лероя Сане, Сержа Гнабри и Дайо Упамекано. А теперь давайте перейдем к интересным фактам. В каждом из последних 4 матчей между Реалом и Баварией в Лиге Чемпионов было забито минимум 3 гола. Нападающий мюнхенцев Харри Кейн в этом сезоне отметился 42 голами и 13 ассистами во всех турнирах. Лучший бомбардир Реала Джуд Беллингем в составе дортмундской Боруссии провел 8 матчей против Баварии, где записал на свой актив 4 голевые передачи. А теперь пришло время сюрприза. Сейчас мы расскажем вам, где можно посмотреть полуфинальный матч Лиги Чемпионов в топовом качестве. Дорогие зрители, специально для вас мы подготовили трансляцию игры в телеграм-канале. Смотреть игру Бавария-Реал в HD качестве можно прямо с телефона, причем совершенно бесплатно. Для этого просто нужно перейти по ссылке в описании и подписаться на наш канал. Незадолго до матча вы найдете там все необходимое. С нетерпением ждем вас на нашем канале. Не забудьте про ссылку в описании.